8 показательных боев продемонстрируют представители разных национальностей. В мастерстве смешанных единоборств померяются спортсмены из Вологды, Череповца, Устюжны и Санкт-Петербурга. Зрелищные выступления станут частью фестиваля «Вологда хлебосольная». Его подготовку обсудили представители национальных объединений вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым. На ринге в субботу сойдутся представители бойцовских клубов, а также ВП старше 18 лет. Болельщиков ждут в зале спортивной школы единоборств в 12 часов. Это будут настоящие бои по правилам ММА. Это зрелищно, это интересно, это по-мужски приглашаю вас всех. Помимо, собственно, спортивной составляющей, у нас будут выступать муниципальные художественные коллективы, будет «Солнечный круг», будет «Талисман». К нашей великой радости у нас будут коллективы, творческие коллективы из Института права и экономики. В этот же день, 3 марта, в Вологодской слободе откроется настоящий гастрономический праздник. Кухни народов мира попробуют вологжане. Таджикские лепешки, осетинские пироги и не только. Все это на фестивале «Вологда хлебосольная». Он объединит представителей разных национальностей. В 11 часов начнется городской конкурс «Мы вологжане. Город талантов», где выберут лучших в вокале, театральном мастерстве и хореографии среди 25 конкурсантов. Узбеки, таджики, армяне, украинцы и представители других диаспор готовят угощения и творческую программу. Это событие должно стать объединяющим для вологжан, подчеркнул мэр. Здесь мы тоже должны с вами находить контакты, должны совместно работать. Наша инициатива совместная, я думаю, что она правильная. При поддержке городских властей в прошлом году была открыта общественная организация «Ассамблея народов Вологодчины», которая объединяет представителей разных диаспор. Чем хороша ассамблея эта? Каждый может реализоваться, каждый народ, не заходя в отдельную организацию, там как Таджикистан, Тайгип. А в наш совет ты заходишь, представляешь свою страну, и мы все вместе. У нас в городе родились наши дети, у нас в городе растут наши внуки. Мы с городом, потому что вся наша жизнь проходит в городе. В регионе проживают представители 100 национальностей. Руководители 30 входят в Ассамблею народов Вологодчины. Сегодня активным и любящим свой город вологжанам подарили сувениры с символикой проекта «Мы вологжане», объединяющего всех, кто готов вкладывать силы в развитие областной столицы. Ангелина Евстафеева, Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологда РФ.